Мир вам, братья и сестры. Слава Богу за эту возможность. И слава Богу, что Господь посылает необходимое здоровье на каждый день, чтобы прийти в Дом Божий и поклониться Ему. Я хотел вместе с вами тоже порассуждать над Словом Божьим. Как-то мы со своей внучей, особенно по вторникам, дома находясь, когда они приходят, мои внуки, один день мы с ними, с внуками, вот с внучками, и вот мы всегда с внучкой особенно ходим постарше в парк. Сзади дома нашего парк, качели для них, всякие игровые, и бейсбол, и волейбол, и теннис. И вот любит она качаться, там качели есть. Вот мы с ней проходим каждый вторник, идем в этой плейграунд, играемся с ней, идем дальше, в беседочка, там посидим с ними, поиграем, идем дальше, я ей показываю домики для птичек, и вот я ее поднимаю, там домик, отверстие, там вот птички ложат гнездышко, она вот пальчиком трогает, вытаскивает, и с таким удовольствием идет к этим птичьим домикам, всегда, деда, идем птичек смотреть, у нее желание такое. И один раз мы пришли и увидели в этом парке девушка молодая, и рядом красивый конь, такой ухоженный, начищенный, и с конем она ходит, учит его, и конь кругами ходит, вот она обучает его. Вот мы стояли, я думаю, ох, какая находка, с ней, своей внученькой, к ней, к этому коню подхожу. И вот она дает моей девочке хлебушка, чтобы ей дать коню. Вот она с таким страхом перед конем таким испугалась, и боялась даже слово сказать. Обычно она такая разговорчивая. Ну что, красота вот эта коня. Вот первый раз так близко она увидела и даже немножко потрогала. Дедушка ее ручку взял, и она потрогала коня. Думаю, ну, сегодня и на этой неделе как-то услышал, когда читал Слово Божие, и мысль такая пришла про коня. Когда читаешь вот притчи, 21 глава, 31 стих, притчи, 21 глава, 31 стих, там написаны такие слова. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Интересно, вот в Библии очень много говорится про коней. И, знаете, это когда конь был в семье, но это считается, что уже как самостоятельная семья. В Израиле коней было не так много, в основном лошаки и ослы, как мы их называем, ослы. И коней не так много было. Но когда читаешь Слово Божие, что кругом было очень много коней, особенно у языческих народов, знаете, и конь, это считалось и сила, люди как-то воспитывали, чистили этих коней щетками, ну, приучали их. И когда готовилась война, то люди выходили на конях на войну. Знаете, этих коней обучали, как вот в книге Иова, вот читаешь в книге, по-моему, 39 главе Иова, там написано вот сила коня. Смотрите, как вот говорится здесь. Смотрите, 19 стиха говорится про коня, какой он сильный. «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас, роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и в ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву, громкие голоса вождей». Знаете, этот конь, он предназначен для войны, которого приготовили действительно только для этого, знаете, чтобы вот этим
приготовлением, когда приготовляют, он имел огромную силу, конь. И особенно, знаете, он чувствует уже битву, когда приготовленный конь участвовал в сражениях, он стремится к этому, он воспитан, он не боится ничего. И вот полководцы, они очень готовились к битвам, приготовляли коней, раньше даже одевали их в какие-то специальные защитные средства, чтобы не пронзили и не убили коня. Знаете, и когда прежде тем перед битвой собирались полководцы, и Наполеон задавал вопросы своим командующим, сколько у вас конницы, то есть коней? Первый вопрос задавал, сколько, какое число? Второй, это не очень важный вопрос, где они будут располагаться? Знаете, поэтому вот это очень важно в жизни было полководцев, потому что он наблюдает за битвой и куда послать, чтобы быстро и вовремя пришла подмога. У Александра Македонского было тоже много коней, которые быстро участвовали, нападали на пехоту, врезались и опять быстро уходили, чтобы смять, как-то навести ужас. И вот действительно они наводили ужас на людей. И вот наш стих говорит: «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Победа от Господа. Знаете, когда люди иногда, уверенные в себе, когда у них много коней, тогда они начинают, знаете, чувствовать вот эту силу и власть, и начинают превозноситься над другими. Знаете, а когда Бог дал закон Моисею, то там написано для царя, написано, чтобы не умножал коней. Интересно, не умножал коней. Почему не умножать коней? Потому что других народов было очень много. Помните, если не ошибаюсь, у Сисары было 900 железных колесниц, и он так угнетал израильтян, наводил страх и ужас, и израильтяне боялись, колесницы вот эти летят на них. Это было что-то страшное. А израильскому народу, чтобы цари не умножали коней. Знаете, почему так? Знаете, чтобы народ Божий мог уповать не на этих коней, а мог уповать на своего Бога, чтобы они видели славу, которую Бог будет являть своим присутствием над этим народом. И сколько действительно это было славы, когда народ Божий уповал на Господа. Знаете, когда мы читаем вот в Слове Божьем, написаны такие слова Давид же, который был вот простым пастухом, он не имел вот этого средства, может быть, даже и осла только тогда, когда пищу вез, может быть, своим братьям. Он там пастух, он ходил вокруг своих овец, и вдруг он стал царем. И он в своем одном псалме воспел Господа такими словами. Смотрите, Псалом 19, 8 стихом тут написано так. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Интересное место. Люди хвалятся колесницами, конями. Говорят, а мы хвалимся Господом. Ну, интересно, израильтяне. Ну, некоторые цари подвергали военачальники смеху, что израильтяне уповают на Бога. Помните, как один военачальник царя Вавилонского, по-моему, или... по-моему, другого царя, который надсмехался. На кого вы уповаете? Помните, был такой Навузардан, по-моему, смеялся. Не на того ли, которого Езекия отменил и прочее, прочее, на этого бога? Все боги были под его контролем. Он разрушил, бросал в огонь, а тут израильтяне на бога надеются. Он окружил их, все, сдавайтесь. Смотрите, как вот человек этот мог говорить к народу, чтобы они возлагали свою надежду и упование на Бога, не на эту огромную армию, которая стояла вокруг, осаждала их. «Господь с нами!» – он говорил. И знаете, его слова, они доходили до сердец людей. И когда он молился, этот царь, пред Господом, и Господь послал вот эту надежду для этого царя, они увидели славу Бога. В чем эта слава была? Вот этот царь, который смеялся,
и произносил хульные слова на Бога Израиля. Что произошло? Утром проснулись, смотрят, а тела мертвые лежат. И знаете, 185 тысяч в один момент раз только и полегли. Написано, ангел Господень поразил их. Смотрите, что дает вот это упование на Бога, а не на коней, не на оружие. Потому что много таких мест мы можем найти, когда люди действительно своей рукой добивались, делали оружие, придумали такие машины, которые метали камни, большие стрелы. И, знаете, человек, который имел страх Божий, а потом он забыл Господа, знаете, он начал надеяться на себя, и конец какой плачевный, его конец совсем плачевный. Господь поразил его за то, что он возгордился и оставил Господа. И поэтому, может быть, и поэтому говорится, когда Давид захвачивал многие народы, много коней, множество колесниц написано, и не только он делал, но и Иисус Навин, он сжигал эти колесницы и написано, подрезал жилы коням, чтобы вот эта гордость, может быть, не начала душить бы этого царя Давида молодого. Он делал вот так, я не знаю почему, но чтобы не возгордился он удалял это, чтобы не пришла гордость его сердцу, он так сжигал их и подрезал жилы коням. Я не знаю, что это, я не читал комментарий, для чего, но это мои так соображения, чтобы не возгордиться. И Господь ему всегда помогал, потому что он надеялся, он испытал это. Что значит надежда и упование на Господа? Когда он еще был молодым человеком, когда он пришел посетить своих братьев, и когда вот выступил этот единоборец, такой высокий, страх и ужас нагонял на израильтян. А этот молодой юноша вышел и с одним упованием на Господа, ему не нужен был меч. Он взял только что, вот камушка, 3-4 камушка, и прощу, и пошел. Потому что для него было очень обидно слышать вот эти слова хульные на Бога Израилева. Знаете, в нем ревность возгорелась, и Господь его исполнил Духа Святого, и он пошел против великана, и пал великан. Знаете, когда человек уповает на Господа, Господь стоит за ним, и он никогда не даст праведнику, чтобы над праведником посмеялись. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Я вспоминаю, когда работал еще в школе, и было как-то лето, убирались, это готовились, еще школа не начиналась. И я увидел книги, думаю, странно. И смотрю, это Хиллари Клинтон, книги ее, как президент, что она уже президент, а выборы будут только в ноябре. Думаю, странно, уже, знаете, что она как президент, книга ее, что это президент для учеников, когда школа начнется, уже приготовили специальные такие книжечки, что это президент, что он уже как бы выиграл свое баллотирование. Думаю, смотри, как рассчитано все. Все просчитали, что она будет президентом. Знаете, но победа не от нее зависела. Победа от Господа. Потому что люди молились, многие молились об этом. И победа, она пришла со стороны Господа. Господь послал совсем другой исход. Стал другой президент. Знаете, слава Богу, что у нас есть Господь, на которого мы уповаем. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Пусть нам Господь поможет в нашей жизни надеяться на Него. Не садиться на коня гордости, не садиться на коня финансов или еще своего знания, самого уверенности на своего коня. Знаете, когда мы будем избирать этот, мы обязательно потерпим урон какой-то. И поэтому, как хотелось, чтобы наше упование было на Господа, потому что победа от Господа. Слава Богу, что у нас есть Господь, который бодрствует, который знает все наши нужды, и Его благоволение к тем, которые уповают и ожидают от Его милости. Господь приходит, посылает эту победу, и в этой победе радость, и тогда душа, которая была, может быть, перед этим вот окружена вот этими конями,
которые вражескими, силами вражьими. Но когда человек уповает на Бога, Господь посылает свою помощь. И как с этим ассирийским военачальником, они падут, когда люди надеются на Господа. Господь являет свою милость. Слава Богу за это. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Слава Богу за то, что у нас есть Господь. Слава Богу за то, что Он дал в наше сердце веру, и что мы можем уповать на Него. Верою мы побеждаем, живя здесь в мире, все силы козни дьявола. Когда человек имеет веру, то дьявол убегает. Написано: «Противостойте твердую веру, и он убежит от вас», так говорит Слово Божие, Петр говорит. Псалом 36 написано: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он исполнит желание сердца твоего». Уповай, Он исполнит. Предай Господу. Господь вот даст вот эту победу для боящихся и любящих Его. И поэтому сколько раз вот в нашей жизни, когда мы молились, сколько Бог являл, отвечал в нашей церкви, когда мы молились, Бог посылал эту победу. Слава Богу за то, что Он у нас такой чудный, и Он возжигает в нас эту веру, что мы видим вот эти чудные дела Господа. Это не кони успех победы, не сила коней, но наша вера, действующая любовью. И поэтому, когда вера, то никакой вера – это щит, да, братья и сестры, написано, когда читаем к Ефесянам, и когда имеет человек, христианин, вот этот щит, то вот эти стрелы раскаленные, они отлетают от щита. Они не могут принести вред, но когда посеют семена сомнения, тогда и приходит поражение. Слава Богу за то, что Господь дал нам эту веру. Пусть имя Господа возвеличится в нашей жизни. Пусть имя Господа возвеличится тогда, когда Он посылает вот эту победу для любящих Его. Ему да будет честь и слава. Помолимся Господу. Аминь.